Вот в острове была сложнейшая сцена изгнания бесов. Вот. Мы все думали, как бы это сделать, чтобы не вышла американская эта дрянь какая-нибудь. Или, вот. И у меня были великие сомнения. Я пошел, там был местные монахи жили, несколько человек. Я к ним пришел и говорю, так и так, ребят, мы снимаем. Не могу сейчас накрутить этот Паша Лунгин сейчас, хоть он мой ближайший товарищ, очень люблю его. Сейчас он накрутит ради кино, что это сопли, как это вот экзорцист вот этот американский там был. И вся эта тема, говорю, боюсь так снимать. Могу волевым решением отказаться, и все, и это не будет сцены. Они мне говорят, Петр Николаевич, давайте, у нас что? Руководство. Евангелие, говорю, давайте. Как у нас жизнь должна быть? Христоподражательная жизнь. Христос бесов изгонял? Изгонял. Я говорю, все, понял. Полный вперед. Вот насчет благословения.